Нося, где ты сейчас? Ой, это уже на очередной пагоде какой-то или храмик, я не знаю, же что пагода, наверное, все-таки. Ну, были храмик. Только что вот там. Не, мы даже были. Вон большой храм. Да. Видишь? Вот там. В том большом храме были. А до этого вон там. Поедем, мы туда сейчас и едем. А поедем сегодня? Один сначала, вот, видишь, справа который. Мы сюда сейчас поедем. Вот, потом туда вот, большой. А после обеда куда поедем, покажи? После обеда поедем, аж вот там вдалеке есть гора Попа. Не знаю, насколько это видно. Вот, ее сейчас видно отсюда. С нее видимость на 60 километров. Видно Баган. На высоте 1500 метров храм. Ну что, пойдем вниз? Да. Вертельный номер. Сейчас сверху покажу нашу лошадку, на которой мы ездим. Где он наш? Вот рулевой. Покажи сначала. Ну да, здесь Будда находится внутри. Купол такой. Чудо-дядька с коником. Там еще храм большой, еще видишь? Мы там были уже. Вот там? Да, это самый первый, где мы были. А, да? Мне показалось, это тут. Нет. Вот тут. Пойдем вниз, Лен. Да, да. А, не выход, да? А спуск, да, у нас такой чудненький. Щелочка ровно на одного человека. Спускайся. Ой, там бурундуки бегают, сейчас видел. Лазишь? Да. Ты ж меня еще не кормил, так застряла. Главное не лепнуться. Да? Фонариком надо было подсветить. Ну да, надо было. А ну постой, я подсвечу. Да иди. Я уже вышел. Молодец, хорошая девочка. Вот и я. Покажи ширину лестницы. Ну, какое оно. Ну да, тут все равно не сильно видно. Пойдем тогда к выходу. Налево выходи. Наверное, люди низкие были. Смотри, как низкий потолок. Так они так невысокие. Струна такая маленькая. Будь здорова. Вон там даже кусочек врезки осталось. На боку. Ну, это не фреска, это просто. Как лепка.